Как вкусно приготовить цветную капусту? Привет! Я отварила капусту в подсоленной воде практически до готовности. Смазала форму оливковым маслом, разогревая духовку на 200 градусов. Кладу капусту в форму. Взбиваю яйца, сливочный сыр и сметану. Поперчу, немного посолю, вливаю в форму. Теперь посыпаю моцареллой и сверху присыпаю пекорино. Запекаю в духовке. Слышите, как шипит? Вот такая прелесть получается.